В предыдущих примерах мы научились использовать сопоставление с образцом для того, чтобы инспектировать структуру списка, проникая в нее на несколько шагов. Однако существует более мощный метод, связанный с использованием рекурсии, когда мы можем перебирать весь список до тех пор, пока он не закончится. Раньше мы пользовались для сопоставления с образцом единственным конструктором списка, а именно двоеточие. Двоеточие обладает следующим свойством. При сопоставлении с образцом использование двоеточия разделяет список на голову и на хвост. При этом, поскольку голову мы отрываем, длина хвоста становится на единицу меньше. Таким образом, каждый раз, когда мы выполняем это действие, если мы осуществляем рекурсивный вызов над оставшимся хвостом списка, то, что мы обозначали XS, длина нашего списка становится короче с каждым шагом рекурсии. Осталось одно – использовать пустой список как некоторое терминирующее условие для списка. Если мы используем пустой список и на нем не осуществляем рекурсивного вызова, обычно рекурсивный вызов и не нужен на пустом списке, мы получаем некоторую функцию, которая определена всегда на любом списке конечной длины. Давайте посмотрим на пример. Мы хотим определить функцию length, которая возвращает нам длину списка. Поскольку такая функция с точно таким же именем есть в стандартной библиотеке Prelude, я импортирую Prelude явно, пряча определение функции, которую я сейчас буду переопределять. Это функция length, конкатенация и функция null. Начнем с функции length. Функция length определена с помощью двух уравнений. Поскольку у списка ровно два конструктора, это вполне естественное определение. Если вы помните, скажем, для булева типа с конструкторами true и false, мы именно так определяли всевозможные функции с одним булевым аргументом. На true отдельно, на false отдельно. Здесь, конечно, у нас конструкторы устроены более сложно, но тем не менее, их так же, как и в случае с булевым типом, два. Итак, что такое длина пустого списка? Как нам определить длину пустого списка? Ясно, что длина пустого списка — это 0. Мы именно так определяем это значение, величину длины пустого списка в первом уравнении. Второе уравнение использует не пустой список. Сопоставление с образцом разделяет список, на который тут сюда передан, не пустой, на голову и хвост. Мы вызываем функцию length рекурсивно на хвосте списка. Таким образом, эта функция length вызывается на списке на единицу меньшей длины. И добавляем единичку в качестве слагаемого. Таким образом, при каждом рекурсивном вызове у меня происходит добавление единички. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, пока длина список не исчерпается и в конце не прибавится значение 0. Поскольку значение x здесь не используется, мы могли бы написать и символ подчеркивания. Вот так определена функция length. И таким образом осуществляется рекурсия на списках. Это стандартный паттерн рекурсии, стандартный способ вызвать рекурсию. Давайте определим немножко более сложную функцию, а именно функцию конкатенации двух списков. Функция конкатенации двух списков выглядит следующим образом. Соображение номер один. Второй список, который мы здесь обозначаем YS, второй аргумент, мы трогать не будем, а будем перебирать первый аргумент. По первому аргументу мы пишем два уравнения. Если первый аргумент является пустым списком, то тогда нам ничего делать не надо. Добавить, конкатенировать пустой список и список YS, это значит просто взять существующий список YS. Во втором случае у нас должен присутствовать рекурсивный вызов. Если список не пустой, то мы делаем следующее. Мы делаем сопоставление с образцом в первом аргументе определяемого оператора, плюс-плюс, и выполняем вот что. Мы сначала вызываем рекурсивно определяемый наш оператор плюс-плюс на хвосте первого списка и на втором списке, а дальше к получившемуся списку в голову добавляем элемент x. Таким образом, при рекурсивных вызовах у нас список, первый список, первый левый аргумент оператора плюс-плюс будет пересобираться
до тех пор, пока не опустеет. То есть здесь у нас будет первый элемент, добавить второй элемент, добавить третий элемент, добавить пустой список, плюс-плюс, YS, который нам возвратит YS. Обратите внимание, что здесь подразумеваются вот такие вот скобочки. Но их указывать не надо, потому что оператор плюс-плюс, оператор конкатенации списков, точно так же, как оператор двоеточие, они имеют одинаковый приоритет и оба имеют правую ассоциативность. Поэтому эти скобочки подразумеваются, мы их не пишем. Какова сложность функции, которую мы здесь написали? Если первый список имеет длину n, а второй список имеет длину k, то сложность этого выражения, во-первых, линейная, а во-вторых, равна n. Если первый список короткий, а второй длинный, то произойдет несколько шагов редукции, ну, столько, сколько в коротком списке имеются, и у нас возвратится результат. Обратите внимание, что список YS, который приходит к нам из внешнего мира, просто переиспользуется здесь. На него выставляется указатель. И этот список используется в том виде, в котором он есть. В Haskell это совершенно безопасно, потому что Haskell язык иммутабельный. Все структуры данных иммутабельны, они никогда не меняются. Поэтому мы можем повторно использовать любой объект, который у нас есть, не опасаясь того, что кто-то потом изменит этот самый список YS. Ну и, наконец, третий пример. Очень простая функция null, тоже из стандартной библиотеки, которая проверяет, является ли список пустым. На пустом списке она возвращает нам истинное значение, а на любом другом не пустом списке она возвращает нам ложь. Ну и реализация написана здесь перед вами, она очень простая. На пустом списке возвращается истина. Сопоставление с образцом, напомню, происходит сверху вниз. Поэтому во втором случае нас просто не интересует, какой конструктор там использован. Ясно, что там используется конструктор двоеточие, но нас не интересует ни голова, ни хвост списка. Мы в этом случае сразу же возвращаем false. Поэтому не обязательно использовать все конструкторы. Можно аргумент функции одной переменной связать подчеркиванием, это означает все остальные случаи. Такая функция тоже определена естественным образом при всех значениях аргумента.